если будут люди без спецодежды, купили спецодежду, чтобы они не ходили как оборванцы, как бездомные. Нету размеров, значит, скажите Кмарному, что я ему пошлю отдельно. Все люди должны выходить на работу в спецодежде, не в ритузах, не так далее. Для этого это была моя команда, чтобы люди, во-первых, не тратили деньги, не ходили на свою одежду, ну, в своей одежде, во-вторых, так должно быть. И ДРСУ, и АПО канал, и так далее. Сколько вы двигаетесь в день метров делаете примерно здесь на Калиешне? Ну, вот от Дичибал сегодня начали, вот отсюда дошли. Дошли, да? Ну, то есть вам на 2 дня, я так понимаю, да, примерно? 3-4. Ну, сейчас как бы легче, что нет транспорта. Да, как раз надо воспользоваться, просто эту неделю надо отработать, потому что, короче, до 15 мая у нас, в принципе, есть время, пока есть это чрезвычайное положение, значит, чтобы ребята, ну, максимально этот период отработали, как вы говорите, транспорта намного меньше, и это намного... Да, там как раз станет теплее, можно ночью красить. Так, что с масками у вас? А? Все есть. У всех есть? Да. Сколько у каждого работника масок? Ну, раз в 3 дня меняем. Послушайте, значит, если с завтрашнего дня я выйду на работу, и у каждого работника не будет с собой 5 масок, 5, у каждого, 5 масок в день, чтобы раз в 2 часа их меняли. Я благодарен и вам, и людям за то, что во время этой эпидемии они работают, но Марный будет ходить сам на морде, так ему и передайте. На все муниципальные предприятия была команда выдать по 10 масок рабочим. А сейчас я их спрошу, подожди. Поехали. Скажите, пожалуйста, сколько вам выдали масок? А? Я точно не помню, но выдавали. Ну сколько? Как вам их выдают? Я, например, у меня свои маски есть. То есть на ДРСУ вам не выдали? Да? Как не выдали? Выдали. Сколько штук? Я не помню, сколько штук. Ну раз какой день дают? Маски как дают, скажите? Через день, там, я, по-моему, я получил, но я не брал их, потому что я жена дома. Правильно, да. Да, но это маска, которую вы стираете. Ее надо менять 1-2-3 часа. Вам должны были выдать каждому по 10 масок вот таких многоразовых. Абсолютно всем работникам предприятия. И мне показал Зиньковский с Григоришным ведомость, что на каждого выписано по 10 масок. Нет, зовут. Пожалуйста, значит, позвоните Хмарному сейчас, я уеду, чтобы я ему позвонил, он не оглох случайно, значит, позвоните ему, и если я увижу, где-то работает, у него в пакетике должно быть, я почему по 10 сказал выдать, 5 принес вечером, жена постирала, потому что они многоразовые, 5 взял с собой в кулечке на работу, и 1-2-3 часа каждый работник меняет, они даже в пакетиках идут по 5 штук. По 10. А? По 10. В пакете, да? Да, 10 пакетов. Окей, да, по 10, правильно, потому что надо было по 10. Им не должны по одной, должны были каждому выдать по пакетику из 10 масок. Человек ездит, его проблемы. Потому что когда 10 масок есть, я почему посчитал 10? Взял 10, 5 сегодня носишь весь день, эти чистые дома сушатся. Вечером взял чистые, эти отдал в стирку. Поэтому и рассчитали по 10 масок на каждого человека. Знаем, что их нету, знаем, что дорогие, была команда, но все муниципальные предприятия одинаковые. И если вам не дадут маски... Не, маски есть, я беру и... Ну хорошо, как если дают 1-2 дня, через день и так далее? Не, ну, у тебя сколько масок с собой? Еще одна. Еще одна, у тебя должно быть 5 с собой, и у него должно быть 5, и у него, и у каждого работника. Вон еще вот у него. Слушай. Ну вы же понимаете, что. Я понял, да, исправно. Завтра, если я приеду в любой день без предупреждения на предприятие, я увижу, что у человека 1-2 маски, значит, получит руководство. Я вижу, что в городе нет размеров, и я против этой белорусской краски сказал. И на все зебры попроси, пусть дадут красную краску, то есть сделать дело красным. И она не держит. Здесь еще, где хорошая дорога, она держит чуть больше. Но сама краска, она, ну, короче. Мы говорили с ним про другую краску, он сказал, что у него есть образцы. Образцами мы попробуем, сделаем часть пешехода новой краской, часть этой. И посмотрим, да, какая посмотрим, дольше пойдет. Окей, договорились.